Всем привет, меня зовут Юлия. Сегодня хочу показать вам наконец-то свое раскрашенное за май. Уже половина июня прошла, но я вот только собралась показать, да, что я в мае раскрасила. Начнем с простеньких работ. Здесь такая вот простая, это на русалочий май мы раскрашивали. Дальше каваи. Эту работу вы тоже видели. Здесь маленький дракошка. Так, позор моего месяца. Это темный зодиак. Быстренько покажу. 2 секунды и закрываю. Вот такой здесь ужас и кошмар. Даже не хочется останавливаться. Так, я люблю раскрашивать тайны астрологии. Здесь несколько картинок. Вот такая простая. Вот такая русалочка. Она мне уже больше нравится. Здесь я, конечно, чуть-чуть постаралась. Так, и вот такой дракош тоже мне нравится. Здесь сочетание цветов нравится. Ну и, кстати, как блестит вообще на солнышке. А, ну вот видно. Побольше нравится. Так, далее. Мария Тролли. Забыла, как она называется. Здесь вот такой дракошка. Он мне тоже очень нравится. Вроде так все просто, но... Цвета такие выигрышные, поэтому смотрится красиво. Здесь я делала подложку акварелью и потом дорабатывала карандашиками. Ну и, конечно, белых брызг добавила. Они, в принципе, были на фоне, но я чуть-чуть побольше их сделала и помельче, так сказать. Это тоже у нас русалочки майские. Вот такая вот у меня здесь. Здесь у меня и маркеры, и акварели, карандаши. Все, что можно было, я использовала. Ну, то есть карандаши я накладывала на подложку акварелью. Ну, вот именно на ее кожу. Остальное все. Фон полностью маркеры. Все, что зеленым, это акварель. Тоже эта работа нравится. Классно получилось. Журнальчик Color in Heaven с плохими девчонками. Здесь у меня такая девчонка с драконом. В принципе, мне нравится, как получилось, но детали мелковаты для меня. И вот как вот их выделить, например, на драконе, очень сложно. Поэтому у меня здесь много что сливается. Я здесь еще хотела добавить золотишко, добавила. Но как бы особо ничего не поменялось. Я просто знаю, что оно там есть. Здесь, кстати, еще люблю звездочки. Белые и золотом добавила. Девушка карандашами. Остальное все маркеры. И проработка тоже карандашами. Бумага здесь тонкая. Вот так вот. В принципе, мне тоже нравится. Но вот такой мелкие детали. Это, наверное, все-таки не мое. Неожиданно в поп-манге у меня получилось 2 картинки. Мне кажется, мне эта книга нравится. И меня это пугает, то, что надо будет покупать либо другую часть, либо покупать эту, но в иностранном, так как акварель здесь вообще никак. Так, в общем, здесь вот такая вот русалочка. Наверное, уже ее видели многие, кто смотрел, конечно. Мне нравится, как она получилась. Такая сдержанная палитра. Она такая мрачная. И в моих любимых розово-фиолетовых цветах. Так, и вторая картинка – это дракончик. Здесь, наоборот, все ярко, красочно и сочно. Фон я сделала здесь акрилом. Остальное все призмы. Мне, в принципе, нравится, как получилось. Дракошка такой прикольный. Девочка без глаз, не стала я ей дорисовывать. Может, это ее проводник. Как собачки, да, бывают. Может, у нее дракончик, не знаю, в чем тут какая история была. Но решила ничего своего не добавлять. Так, Керби. Здесь тоже русалочка. Такая вот она прям вообще мне очень нравится. Маркерами. Ну, я уже говорила, у меня здесь...
У меня два экземпляра этой книжки. Один мне Настя подарила, потому что иностранную версию купила. И я решила, что те картинки, которые я, например, захочу раскрашивать маркерами, я буду из той книжки вырезать, раскрашивать и потом в эту вклеивать. Ну вот я ее так вклеила. Думаю, потом я определюсь, что у меня будет. Если когда-нибудь я, да, что-то раскрашу, ну и буду уже решать там как-то поконкретнее вклеивать. Маркеры здесь, кстати, очень классно легли. Переходы такие довольно плавные. И вообще такая Ариэль, как будто бы. Ну, кстати, детали будто кажется здесь очень много, но на самом деле они раскрасились вообще максимально быстро. Ну и особо вот эти цветы я уже, как вы можете видеть, особо-то я их и не прорабатывала. Так, чисто одним слоем замазала и потом немного тени сделала. Так, аккуратно закроем. Так, и последнее, это по номерам. Как я вот ругала, говорила, что по номерам, ой, как я не люблю раскрашивать, и это не мое, и у меня за месяц две картинки. Но это все по нашим совместным раскрашиваниям. Здесь такая вот Ариэль, она как раз пошла в русалочки. Ну, здесь я как-то старалась, даже кожу я карандашами раскрашивала. Но вот без этих вот полосок, мне кажется, я не смогу раскрашивать. Так, и второй, это дракончик. Фон здесь у меня акрил, остальное все там аквамаркеры, что-то еще, акриловые маркеры. Ну вот, в общем, все-таки книжечка-то заполняется, это, как бы я не любила номера. Давайте так чуть-чуть пролистну. Ну, в общем, да, картинки есть. Даже здесь вот без, как сказать, не в технике по номерам, а в технике с тенями. Ну и вот в начале чуть-чуть. Вот такие у меня работы за месяц май вышли. Я считаю, что месяц вообще прям супер продуктивный. У меня обычно всего по 8 работ, но тут прям, я даже не знаю, я еще не считала. Обычно я это делаю после видео, записываю себе в тетрадочку. Просто количество, без конкретных раскрасок. Ну, в общем, по первому взгляду считаю, что весьма неплохо. Так что наше совместное раскрашивание помогает мне и книги продвигать, и конкретные картинки истреблять, чтобы они не накапливались в книжках. И, в принципе, меня стимулируют на раскрашивание, какое-то вдохновение дают и такой заряд. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!